А что там на болотах? Вам-то зачем? Мальчик туда ходил. Лепрозорий был. С царских времен еще потом при советской власти. Я уверена, зараза пришла с болота. Если здесь начнется эпидемия, счет больных пойдет на сотни. Дети сгорят первыми. Связи нет. Классно. Классно. Надо возвращаться, пока не поздно. Мы идем в Лепрозорий. Что-то пошло не так. Через пару часов у нас начнутся галлюцинации. И мы перестанем друг друга узнавать. Кто тут есть? С нами произошло что-то странное. У нас были все симптомы лихорадки Западного Нила. Я уверяю вас, вы абсолютно здоровы. 46. Это наше святое неразменное число. Вместо одного потерянного появились двое. Один лишний. За наше заветное число! Такова воля бога Лапси. А кто этот Лапси? Это чудовище. А отсюда только один путь. Как только покидаешь остров, сразу встречаешься со смертью. Я перестанусь здесь. Пока мы все не узнаем, эпидемию не остановить. Не стоит тревожить души умерших. Если у тебя к ним нет дела. Что, какой-то гребаный сон!